Горожане, обратите трепещущие сердца к доброй книге. Лишь она дарует вам утешение. Это солнечный свет, заключенный в воде. Привет. Ведьмак из школы Волка в Тусенте. Привет, я Лазарь Лафар. Геральт из Ривии. Откуда столько радости? Есть работа? А то! И речь не об охоте на чудовищ, но тебе будет интересно. Я кузнец, и давно уже разыскиваю чертежи ведьмачьего доспеха невероятной прочности, уровня великого мастера. Что-то слышал о таких, но никогда не видел. Думаю, они утеряны. А вот и не совсем. Мне повезло узнать, что их владельцы приехали в Тусент. Увы, они погибли, но я знаю, где. Теперь мне осталось найти напарника для поисков. Если знаешь, где искать, то почему сам туда не сходишь? Ха, я похож на бывалого авантюриста. Без обид. К тому же, кто будет выполнять заказы моих клиентов, если я уйду на поиски? Нет, я лучше доверю это дело кому-нибудь более опытному. Принеси мне чертежи, а я тебе выкую, что захочешь. Все эти чертежи каким-то образом оказались в Тусенте. Как это вообще возможно? В Тусенте некогда жил легендарный эльфский кузнец Тиен Саэль. Он давно уже умер, но когда-то ведьмаки со всего света приезжали к нему, чтобы заказать себе доспехи. Слышал. Говорят, он был самым лучшим. Так и работа стоила фантастических денег. Ведьмаки брались за сложнейшие задания, чтобы заплатить за его творение. Некоторым не повезло, и теперь их чертежи гниют вместе с их бренными останками. Я понял. Где останки, там и чертежи. Только как понять, где искать останки? Так случилось, что я был в учениках у Тиен Саэля. И все истории о погибших ведьмаках знаю из первых рук. То, что он мне рассказал, скажем, это отбило мне охоту самому искать чертежи. Давай так договоримся. Я расскажу тебе все, что знаю, а ты найдешь чертежи и позволишь мне их скопировать. Где мне искать чертежи? Мне известно о 5 погибших ведьмаках. Все из разных школ. Волка, Грифона, Кота, Медведя и Мантикоры. С которого начнем? Расскажи о ведьмаке из школы Грифона. Он приходил 200 лет назад, но учитель хорошо его помнил. Этот ведьмак не был так эмоционален, как многие его коллеги. Он взял какой-то заказ в форте Усар, и ему было нужно снаряжение получше. Он показал учителю чертежи, внес задаток, и больше его не видели. Говорят, однажды ночью он выехал из форта и не вернулся. А куда он мог поехать? Говорят, он очень торопился, так что, может быть, в спешке что-то оставил. Стоит поискать в Усаре, хотя теперь форт лежит в руинах. Иллюзия. Здесь что-то есть. Где-то артефакт Кейра. Thank you.
дерьмо. Ведьмака втянуло в портал. Теперь включу портал и посмотрю, куда он ведет. Ненавижу порталы. На обороте чертежа Джером что-то написал. Джером был сыном Моро. Хотелось бы узнать всю историю. Да, нехорошая история. Но я пришел за чертежами, и они где-то здесь. Приветствую! Надеюсь, поиски продвигаются? Мне удалось кое-что найти. Прекрасно! Я сделаю копию. Наконец-то я получу звание великого мастера. Спасибо тебе, ведьмак.